Россия прекратила авиасообщение со всеми странами. Речь идет как о регулярных, так и о чартерных рейсах. Исключение сделано только для самолетов, которые вывозят туристов с мест отдыха. В эти минуты из Бангкока в Тюмень вылетает один из последних рейсов. На этом борту возвращается и тюменец Константин Криводанов. Нам удалось связаться с ним перед вылетом. Ну все, мы наконец улетаем к себе в Россию. Отдых был замечательный, но подпортили его санкции в связи с тем, что везде коронавирус. Хотя, в принципе, в Паттайе, честно говоря, не было замечено каких-то ажиотажей, поэтому люди просто отдыхали спокойно. В любой торговый центр в Паттайе, где мы отдыхали, при заходе проверяли температуру и давали гель, чтобы можно было обрабатывать руки. Люди адекватные, тайцы, наоборот, помогали, чем могли. Соответственно, никаких здесь эксцессов не было. Ну все, мы уже на регистрации, в принципе. Скоро вылет, сейчас зарегистрируемся и вперед, домой. Встречайте нас.